Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов Master Entry. Индикатор Master Entry является сигнальным индикатором, который может быть как трендовым, так и скальперским, благодаря четырем режимам торговли. Также индикатор оснащен информационной торговой панелью, которая позволяет видеть основную информацию и может помогать в принятии решений при совершении сделок. Помимо всего прочего, данный индикатор является платным и стоит почти $100, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать бесплатно. Так как индикатор является сигнальным, то и правила торговли по нему очень просты, и сделки совершаются в момент появления стрелочек вверх или вниз, что также подкрепляется сменой цвета линии индикатора. Поэтому, когда появляется зеленая стрелочка, направленная вверх, а также зеленая линия, то это означает покупку опциона Call. А в момент появления красной стрелочки, направленной вниз, и красной линии, следует покупать опцион Put. А вот экспирации, которые используются при торговле по данному индикатору, зависят от торговых режимов, которых в индикаторе присутствуют 4 вида. И это экстремальный, интенсивный, нейтральный и умеренный режимы. И выбирать их можно в настройках индикатора. Прежде чем перейти к данным торговым режимам, стоит обсудить информационную мини-панель индикатора, на которой как раз-таки можно видеть название текущего режима, а также последний сигнал, который появлялся на графике, силу тренда и время до закрытия свечи. Самым консервативным режимом в данном индикаторе является режим умеренный или moderate. И суть данного режима в том, что сигналов на графике появляется довольно мало, а в некоторых случаях их можно даже назвать запоздалыми, так как появляются они только в направлении общего тренда. Подойдет данный режим трейдерам, которые любят открывать сделки с долгой экспирацией, и в данном случае она должна составлять 20 свечей. Следующим режимом является нейтральный режим, который выставляется в настройках. И обратите внимание, что сигналы по такому режиму появляются немного раньше, но при этом все равно незначительно отличаются от умеренного режима. И все же данный режим позволяет войти в сделку немного раньше, а экспирация при его использовании составляет 15 свечей. И как видно, данный режим можно также использовать для торговли по тренду. Следующим режимом является режим интенсивный, который также выставляется в настройках. И обратите внимание, что торговля по данному режиму уже будет использовать некоторые откаты цены. Но минусом является то, что интенсивный режим использует далеко не все откаты. И тогда как на довольно сильных разворотах может не последовать никаких сигналов, могут быть учтены малые откаты, но такие сигналы будут являться ложными. Если же в торговле будет использоваться данный режим, то экспирация должна составлять 10 свечей. И последним режимом является скальперский режим, который называется экстремальным. Экстремальный режим подразумевает агрессивную торговлю, которая будет вестись без учета тренда, так как индикатор будет реагировать почти на все развороты. И в данном случае на графике можно увидеть целых 11 сигналов, тогда как умеренный режим показал здесь всего 4 сигнала. Экспирация при торговле по экстремальному режиму составляет 3 свечи. Но обратите внимание, что риски при такой торговле намного выше, и поэтому стоит осторожно вести торговлю с экстремальным режимом. Также, чтобы улучшить торговлю по данному индикатору, можно использовать сразу 2 каких-либо режима. Для этого стоит добавить еще один индикатор на график, после чего выбрать совсем другой режим, и в данном случае это будет умеренный режим. По итогу можно видеть, что есть один сигнал, который в двух разных режимах сошелся на одном и том же времени, что по итогу привело к довольно хорошему движению. Оставшиеся сигналы, несмотря на то, что они появлялись в разное время, все равно можно довольно эффективно использовать. И в данном случае на умеренном режиме у нас идет долгая зеленая линия без смены сигналов. И покупать опционы Call можно в тот момент, когда появляются сигналы от экстремального режима. И если были бы куплены опционы Call в данных случаях, то они принесли бы прибыль. А так как мы смешиваем два разных торговых режима, то экспирацию стоит использовать в 5 свечей. Опционы Put покупаются точно таким же образом, то есть тогда, когда оба сигнала появляются в одну и ту же сторону. Причем это может быть как одновременно, так и в разное время, как в случае с опционами Call из предыдущего примера. Несмотря на то, что сигналы от двух режимов одновременно могут показывать неплохие результаты, данный индикатор стоит протестировать на демо-счету.
А даже если тесты окажутся положительными и вы перейдете на реальный счет, то всегда стоит использовать правила money management и risk management, так как они помогут защитить ваш депозит от убытков. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!